YouTube нам разрешили петь тут. YouTube разрешил нам и петь под этот мотив. А мотив и тот. Мы поем. А поем мы тут под музыку YouTube. А нам хорошо, что играть четырех струнами для нас YouTube. Нам и разрешили петь тут, петь и нам и разрешили YouTube. И мы поем и тут, а музыка она одобрена, как всегда, YouTube она. Конец первой части. А я играю на четырехструнной мини-гитаре. Мотив такой, который может сыграть весь люд, кто умеет играть на четырехструнной гитаре. Примерно так. И мы пойдем петь. Ай, нам разрешил YouTube здесь наложить. Ну и только... Не только то, что вы подумали опять. А накладывают на мотив слова. И это хорошо получается у нас. А музон-то этот легкий для нас, потому что он ютубом одобрен, как всегда. Четырехструнка играет. А YouTube это не запретил, а наоборот он и разрешил петь и этот мотив, под этот мотив. Примерно так. Вот и все. Я не знаю, что еще вам петь на этот мотив. Что накладывать на него. Или кучки того, или кучки других слов. Примерно так. А ребята, молодцы, мы тут озвучили свои мысли вслух. И примерно из-за кого от вас палец вверх. И вот и все, конец песни.